семейных. Максим Егоров отметил, что Тамбовская область стала одним из 9 регионов России, где в прошлом году законодательно закрепили понятие «семейное предприятие». Также был создан реестр семейных предприятий. Это позволяет получать специализированные меры поддержки. Это льготные микрокредиты, услуги центра семейного бизнеса, в том числе финансовое планирование, маркетинг и сертификация продукции, а также участие в межрегиональных выставках. Большое количество предложений и мер поддержки мы сейчас разрабатываем к уже существующему закону. Просто хочу рассказать один пример про одну компанию. Лет 5-6 назад у нас появилась семейная компания, они начали заниматься металлообработкой и получили, как МСП, как малое предприятие, первые там, 5 миллионов кредит. Сейчас у этой компании годовой оборот 15 миллиардов рублей. Отмечу, сегодня в регионе зарегистрировано более 200 семейных предприятий, еще 15 заявок на включение в реестр сейчас на рассмотрении.